Добрый день, с вами Шорн Двор Медведева, и сегодня мы хотим представить вашему вниманию кабардинское седло с полным бьюком. Полный бьюк — это задние сумки и передние сумки. Прошу обратить внимание на кабардинский подник, расшитый черной кожей. Также прошу обратить внимание на черкесские стремена, которые можно увидеть в царских шорных каталогах. Кашовка. Подпруги сшиты из внешнего слоя кожи и внутреннего слоя тесьмы. Такие подпруги не растягиваются при намокании и не стираются сухой травой. Нагрудник украшен мельхиоровыми украшениями. Подхвостник также украшен мельхиоровыми украшениями и крепится на мельхиоровые затяжные пряжки. Данное седло отправилось своему заказчику в Чечню. До свидания!